А вы знали, что в сериале «Wednesday Addams» актриса Дженна Ортега сама придумала танец для выпускного вечера? Сама идея пришла ей за 2 дня до съемок, и актриса сказала, что вдохновлялась танцами готов 80-х годов. Также для подготовки к своей роли актриса учила немецкий язык, практиковалась фехтованию и игре на виолончели.